Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как после аварии на улице Чистопольская перевернулась «Лада Калина». Они меня немножечко задели, а что-то у меня очень быстро машина перевернулась. Момент аварии попал на видео. Вину признал сразу. Я должен был им уступить, да, получается? Но кто сидел за рулем второй машины? Как доказать то, что мы не ослыли? И просьба о помощи. Мы горим, говорит, он убежал. Бегом побежал. Семья из 8 человек чудом осталась жива в пожаре, но осталась ни с чем. Это и не только прямо сейчас. Поспешное решение стало причиной крупной аварии на пересечении улиц Чистопольская и Меридианная. Там столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Калина». Последняя после удара оказалась на крыше. Оба участника столкновения заявляли, что выезжали на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Все произошедшее зафиксировал видеорегистратор. С подробностями Айрат Назипов. Сразу после ДТП на место происшествия прибыла бригада медиков. Врачи оперативно оказали помощь водителю «Лады Калины», который на момент столкновения находился в салоне без пассажиров. Девушку перебинтовали руку, а от госпитализации она отказалась. Отойдя от шока, рассказала, как так произошло. Зеленый свет выехал, а желтый загорелся. Но я же не могу оставаться на этой дороге. Я продолжала путь, и у них, видимо, зеленый. Я уже доехала до сюда, зеленый здесь загорелся. И они меня немножечко задели, а что-то у меня очень быстро машина перевернулась. Второй участник аварии утверждает, что заметил «Ладу» в самый последний момент. Отметил, что перед этим он пропустил два автомобиля, заканчивающих проезд перекрестка. Вот у меня очевидец даже был там, друг. Ехали вместе на зеленый, выехали, и прям вот выскочила она. Она прям... Да, да, вот еще две машины были, я такой еще проехался, и она вот здесь, например, хоп, выскочила сразу. Вот считай, я вот отсюда, считай, на зеленый выехал, вот здесь еду, считай, вот отсюда доехал уже. И вот там уже... Уже зеленый, уже конкретно зеленый же был. Она взяла, выехала, и вот так получилось. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор одной из проезжавших машин. На съемках видно, что «Лада Калина» выехала на перекресток явно не на красный сигнал светофора. Желтый горел, когда она была уже на середине перекрестка. Возможно, именно эта видеозапись поможет установить степень вины каждого автомобилиста. Айрат Назиф, Адель Мулахметов, «Вызов 112». Три человека, водитель и два пассажира отечественной легковушки, пострадали в результате столкновения Kia Rio и Лады 10 модели на пересечении улиц Хайдара Бигичева и Джаудата Файзи. Только вот кто же именно сидел за рулем десятки? Тут возникли споры между находившимися там молодыми людьми и автоинспекторами. Сотрудники ДПС были уверены, что за рулем сидел пьяный молодой человек, в то время как он утверждал, что управлял машиной его трезвый товарищ. Вопросов о виновнике происшествия не возникало. Водитель иномарки сразу признал вину. Мнение участников ДТП в материале Лины Зинатулиной. Как доказать то, что мы не ослыли? Вот как сказать ДПС, ДППС? Мужчина, как сам утверждает, был пассажиром отечественного автомобиля. Говорит, с друзьями немного выпивали, но за руль он не садился. В момент столкновения сидел на пассажирском сидении, мало того, сзади. Рассказывает, при столкновении ударился головой о переднее сиденье, разбил губу и сломал зуб. Уверяет, что прибывшие медики приехали на место быстро и видели, как он выходит из задней двери десятки. Однако у автоинспекторов на это своя версия. На скорой его увозят. Со скорой привозят. Они его вытаскивают со скорой и говорят, ты был за рулем. А то товарищ выходит из-за руля и говорит, а я тогда где был? Он также рассказал, что полицейские забрали его прямо из больницы и повезли на место происшествия. Говорит, начали ему доказывать, что именно он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сам молодой человек с этим категорически не согласен. Если докажут, что он был за рулем, ему грозит лишение водительских прав сроком до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Но его друг, который был совершенно трезв, уверенно заявляет, что сам управлял транспортным средством. Помимо этого, Лада не принадлежит ни первому, ни второму. Ее собственник вовсе не находился на тот момент в машине. Теперь в этом предстоит разобраться с сотрудником ГИБДД. Водитель же иномарки в ДТП свою вину признал полностью. Я должен был им уступить, да, получается? У них скорость была большая, и вот, получается, такая авария случилась. Тут был автобус, который стоял, еще переграждал. То есть он вам обзор преграждал. Ильгам, водитель иномарки, рассказал, что двигался прямо по улице Джаудата Файзи на пересечении с улицы Хайдара Бигичева, должен был уступить дорогу Ладе, но не заметил ее из-за перегородившего обзор автобуса. Когда уже выехал на перекресток, было поздно. Говорит, отечественный автомобиль ехал на большой скорости. Кто был за рулем, разглядеть не смог. Сейчас считает, что страховых выплат хватит, чтобы восстановить пострадавшую машину. Ремонт своего транспортного средства придется оплачивать самому. Лина Зинатулина, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, «Вызов 112».
«Лада Гранта» и мотоцикл столкнулись сегодня утром в Нурлате. Серьезное ДТП произошло на улице Самаренкина. По предварительной версии, 27-летний местный житель за рулем «Лады Гранта» при повороте не уступил дорогу и сбил 32-летнего мотоциклиста на «Сузуке». В результате аварии пострадавшего байкера госпитализировали в Нурлатскую ЦРБ. Однако мужчина впоследствии скончался. Получается, что каждый ехал на зеленый. Вдруг поняли водители автомобилей «Тойота» и «Шевроле», восстанавливая картину аварии сегодня утром на пересечении улиц Начальная и Советская. Если у последнего автомобиля повреждения минимальны, то у второго была разбита вся передняя часть. Мнение водителей выслушал Айрат Назипов. После оформления всех документов внедорожник «Тойота» покинул место происшествия своим ходом. Чего не скажешь о «Шевроле», получивший гораздо большие повреждения. Но, несмотря на сильные удары, никто из водителей не пострадал. Оба, впрочем, заявили, что не нарушали правил дорожного движения. Водитель «Тойота» считал, что ехал еще на разрешающий сигнал светофора. На желтый. То есть вы считаете, что вы правы? Да. По предварительной версии, внедорожник двигался по улице Советской, тогда как с улицы Начальной на перерез ему выехала «Шевроле». Владелец легковушки также настаивает на своей правоте, заявляя, что ехал на зеленый. Более того, в этом споре у него есть доказательства. У меня свидетель есть. Я на зеленый свет выехал на перекресток. А свидетель только один у вас, да? Двое. По крайней мере, у одного из свидетелей есть видеорегистратор. При судебном разбирательстве ее видеозапись может сыграть решающую роль. Айрат Назипов, Адам Лахметов, вызов 112. Искали больше 4 часов. В селе Старая Чурилина Арского района пропала 61-летняя женщина. Сообщение о ее исчезновении поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в районе 10 часов вечера. Заявитель рассказал, что оставил нетрезвую родственницу на железнодорожной платформе в селе Качелино и уехал. Однако та на поезд так и не села. Он сообщил, что женщина находится в лесу неподалеку от станции, возможно, со сломанной ногой и в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре были организованы ее поиски. Спустя 4 часа женщину обнаружили в 500 метрах от железнодорожной платформы. Медики наложили шину на ногу пострадавшей и госпитализировали ее в Арскую центральную районную больницу. Полицейские набережных Челнов задержали браконьеров на особо охраняемой зоне Камы. Двух мужчин подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов. По версии стражи порядка, задержанные ловили сетями рыбу без специального разрешения. Помимо 16 сетей различного вида и других орудий лова, у них изъяли 52 рыбы. Сейчас нарушителям грозит срок до 2 лет лишения свободы. Остались ни с чем. 18 мая сгорел дом в селе Алькеево Азнакаевского района. Там жила семья из 8 человек. 3 малолетних детей, 2 года, 1 5 лет. Буквально чудом остались в живых. Их в последний момент успели вытащить на улицу из полыхающего помещения. При этом их спаситель надышался угарным газом и получил сильные ожоги. Сейчас за его здоровье борются медики. У погорельцев не осталось ничего. Ни документов, ни денег, ни элементарной одежды. И они просят неравнодушных татарстанцев о помощи. Развалины, обгоревшие предметы и голый фундамент – это все, что осталось у семьи Шайхуловых от отчего дома. Пожар уничтожил все, благо из объятого пламенем помещения успели вытащить 3 малолетних детей. Как слышал, как я это начал стекло бить. Он на этот шум быстро-быстро перебежал. Вынести малышей на улицу хозяйке дома помогали соседи и 26-летний сын. Он залез в дом и вытолкнул детей на улицу, но, выбираясь, сам надышался угарным газом и получил ожоги. Сил еле хватило, чтобы вылезти из огня. Молодого человека без сознания доставили в реанимацию. Вызвал пожарных, там, что уже невозможно было своими силами этот огонь потушить. Пожарные потушили пламя быстро и не дали ему распространиться, но сам дом и все, что там было, спасти не удалось. Причина у нас возгорания, это было от электропроводки. Сейчас же у нас дома все богато живем, у нас телевизоры хорошие, холодильники по 3-4 штуки, и микроволновки, они вот одновременно начинают работать, электропроводка не может выдержать и возгорается. По предварительной версии, причиной пожара стала электропроводка, а сейчас погорельцев временно приютили у себя соседи, несмотря на то, что дом застрахован, выплаты по нему, если и будут, то совсем небольшими. Поэтому семья обращается к неравнодушным людям с просьбой о любой посильной помощи. Нафиса Минязова, Рамиль Исламов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.